Все профессии нужны, все профессии важны. Как известно, труд облагораживает человека. И таких людей, которые посвятили себя работе в Щелковском районе, немало. Их чествовали в Щелковском районном культурном комплексе на Дне труда. Они лечат, они учат, спасают, помогают, контролируют, расследуют. Мир профессий богат и широк, и в каждом деле есть свои профессионалы. В районном культурном комплексе почетными грамотами и благодарственными письмами наградили тех, кто не один год посвятил труду. Со сцены в их адрес звучали поздравления. В этот день мы чествуем и поздравляем тех людей, от которых зависит наша жизнь. Благополучие нашей страны, и особенно с учетом всех тех вызовов, внешних угроз, которые в последнее время мы наблюдаем. Это дает нам возможность гордиться собой, дает возможность уверенно смотреть завтрашний день и быть уверенным в том, что в нашей семье все будет хорошо. Благосостояние в семье, любви, тепла, взаимной помощи, добра. Ну а самое главное, чтобы все это мы делали под нашим мирным небом. В Щелковском районе работают как крупные производства, известные далеко за пределами муниципалитета, так и небольшие предприятия. Но объединяет их сотрудников одно – многолетний опыт работы и профессиональный подход. Вы вкладываетесь в нас. Мы очень ценим ту заботу, тот опыт, который вы нам передаете. Более 30 тружеников Щелковского района получили заслуженные награды. В их числе Татьяна Дьякова. Своим многолетним трудом на фармацевтическом предприятии она заслужила благодарственное письмо губернатора Московской области. Ну, конечно, за свой труд всегда приятно получать награды. Тем более моя жизнь очень тесно связана с заводом. Я пришла в 1984 году, и вот сегодня уже 2018 год. Я просто счастлива, что мой труд так оценен. Ярким завершением праздника труда стало театрализованное представление по сказке Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца». Дарья Соснегова, Наталья Медведева, Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково».